Уважаемые жители Самары, примите самые добрые поздравления с Днем города от соседей, жителей Кирова. Наши города объединяют не только территория Приволжского федерального округа, но и стремление к развитию и экономическому росту, чему способствует совместная работа в рамках Ассоциации городов Поволжья. Мы следим за вашими успехами и вместе с вами радуемся победам, потому что успехи каждого города создают успешную и сильную Россию. В Самаре есть чем гордиться. Это цветущий, красивый город, который динамично развивается. В основе этого успеха эффективное взаимодействие областной и городской власти, которое объединило всех жителей города на добрые дела и начинания. Это очень важно сегодня, когда Самара готовится к долгожданному для россиян событию – чемпионату мира по футболу, когда идет большая работа по строительству современных спортивных объектов. Уверен, благодаря этому Самара в еще большей степени станет визитной карточкой России. Дорогие самарцы, желаю вам здоровья, добрых и ярких событий в жизни, благополучия, а городу и впредь сохранять лидерские позиции, чтобы уверенно встретить в будущем году свой юбилей.